Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодатный огонь в храме гроба Господня сошел и воссиял, как весть о том, что Христос воскрес, что жизнь победила смерть. Подобно тому, как в считанные минуты благодатный огонь разлетается по храму гроба Господня, то в считанные часы он разлетелся по всему миру, чтобы в разных уголках планеты христиане смогли зажечь от него свои свечи и лампады. Из аэропорта Бен-Гурион благодатный огонь сначала был доставлен в аэропорт города Сочи, а затем в город Краснодар, где лампада была передана руководителю епархиального отдела образования протоиерею Александру Игнатову и священству Кубанской митрополии. Хотелось бы всем вам пожелать мира, радости и света духовного, который олицетворяет тот свет, который просвещает всех. Ведь так сказал сам Христос: свет Христов просвещает всех. Пусть прибытие благодатного огня на кубанскую землю станет благословением нашей кубанской земли, всех, кто живет, трудится на этой благодатной земле. Благодатный огонь был доставлен в Екатерининский кафедральный собор города Краснодара. Зажги этот огонечек. Зажигайте, мои дорогие. Я вам сейчас всем дам. Да. Все получится. Все будет. По пути в храм Рождества Христова лампада с иерусалимским огнем была привезена в военный госпиталь, где все вместе, врачи и раненые военные, прославили воскресшего Христа. Смерти нет, и у Бога все живы, и все ребята, которые там погибли, души их бессмертны, они живы. Пусть Господь укрепит вас, благословит и поможет вам на всех путях жизни вашей. А нашим добрым врачам хочу пожелать помощи Божией. Ум и руки врачующих нас благослови. О вас молится Церковь, о ваших добрых руках, о ваших умениях и о вашей доброй помощи тем, кто в ней так нуждается. Храни вас всех Христос и Пресвятая Богородица. Христос воскресе! Воистину воскресе! Благодатный огонь является символом воскресения, тем образом, к которому стремится каждый человек. С того самого места, с которого ежегодно появляется благодатный огонь, сам Господь восстал после трехдневного погребения, победив смерть навеки и даровав новую жизнь. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низложился! Воскрес Христос, и пали бесы! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и водворяется жизнь! Воскрес Христос, и мертвого ни одного нет во гробе! Ибо Христос, воскресший из мертвых, первенец из умерших, Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Частичку благодатного огня мы сможем уже в эту ночь принести в наши дома, чтобы этот свет нашей веры освещал жизненный путь и согревал тех, кто живет с нами рядом. Христос воскрес! Христос воскрес!